Шпаргалка. Сколько спутников у Солнца? Солнце? У Солнца есть планеты. Это типа наших планет? У Солнца нет спутников. Но мы же ему не спутник. Значит, нет. Чему равна сумма углов в треугольнике? Что-что еще? Ну, три угла у него, правильно? Сумма углов в треугольнике. Треугольник. Сумма углов. 90 градусов. Нет. Я очень хорошо помню, как нам рассказывали это на уроках, но, видимо, я опять была чем-то другим занята. Ну, я не помню. Такая аксиома, которую я забыл, представляете? Гипотенузе. Я по треугольникам. 30-30. 90, наверное. 180. Сумма углов в треугольнике 180 градусов. Где познакомились Чацкий и Наташа Ростова? В тылу. Как? Они что, знакомы? На балу вроде. Да? Нет, а дома у них. Чацкий и Наташа Ростова, они не из разных книг случайно? В самолете что? Ты что-то несешь? Наташа Ростова и Чацкий из разных произведений. И они не могли априори познакомиться нигде, ни на балу, ни в курительной комнате. Что измеряют в амперах? Объем груди. Заряд. Вольтаж. Господи, меня же папа убьет. Меня домой не пустят. Электричество, нет? Вампиров. Силу. Тока. Силу тока. Силу тока. Шпаргалка. Чему равняется квадратный корень из 144? Вау. Ну, допустим, 72. 22? Сейчас моя учительница математики просто 12. Вот смотрит и стыдится, что я у нее училась. Дети, не ходите в школу, это бессмысленно. 12? Я даже не стесняюсь этого, что я в этом случае ламер абсолютно. Что такое Эллада? Эллада? Это произведение. Греция. Эллада. Повествование. Эллада. Древнегреческое. Греция. Произведение Гомера. Вот это точно не знаю. Кто до меня был, отвечали на эти вопросы точно? Древняя Греция. Эллада. Греция. Как называется утверждение, требующее доказательства? Хрия, например. Аксиома, гипотеза. Теорема. Теорема, я думаю. Аксиома, аргумент. Я забыла, господи. Теорема. Теорема, да. Теорема. Что такое амоним? Это же этот растение подводное. Так, антоним и амоним. Амоним – это противоположность антонима. Ну, это что-то из области синоним, антоним, только амоним. Антоним, амоним из литературного? Это вопрос литературный. Амоним. Так, это не амониум, это не кислота, да? Так, ладно. Ой-ой-ой, вот насчет амонима у меня, ну, правда, сейчас вот вылетело из головы. Где-то же вертится, понимаете, в голове правильный вариант. У меня даже не вертится. Ан и ан, значит, что-то противоположное, значит, амоним, а это амо, что тут ан. Амонимы – это слова разные по значению, но одинаковые по звучанию. Мне кажется, вот вы над всеми смеетесь, да, все время? Шпаргалка.